Всем привет, с вами Флампи Тинти, и сегодня меня так сильно потянуло на рисовашке, что сейчас я буду рисовать себя и Софию Оранж. Я набросаю пару набросков, ну сейчас поставлю на стоп, набросаю наброски, и потом уже вам покажу, что получилось. Вот, готовые уже сделанные наброски, сейчас я их буду обводить. Ну что ж, приступим. Ну вот, я ввела, теперь последнее остается. Это стереть. Ребята, сегодня не наш день. Итак, мы стерли все ненужное. И теперь берем и раскрашиваем. София Оранж у нас будет желтенькой с красненьким и белая. Ну а я голубая, бирюзовая. Ну и с оттенками розового. Ну что ж, начнем. Я одного раскрашу и покажу вам, что получится. Первая у нас по праву должна быть София Оранж. Вот она. Сейчас мы будем раскрашивать меня. Ну, вот мы и закончили. Это в качестве извинения за маленький инцидент, который произошел. И сейчас мы поставим мою фирменную подпись.